Всем привет, с вами Дисбалансер, и сегодня мы поговорим о двух секретах в Clash of Clans, о которых даже я не знал. Я их нашел случайно. Итак, первый секрет будет в том, что может выкидывать из игры принудительно. Когда вы долго играете, вас могут просто выкинуть из игры, потому что это называется система антизадрот. То есть в нашей игре есть сначала щит, потом защита, а потом щита нет. И у вас есть время до личного перерыва. У меня осталось полчаса. Я включусь, когда пройдет это время, и посмотрим вместе с вами, что же произойдет в конце концов. Также, кто хочет, ребят, вступайте в наш клан. У нас есть еще места. Набираем людей на ЛВК. Обязательно вступайте, всех возьмем, всем будем рады. А я тогда пойду подожду время, и как только останется немножко, мы с вами встретимся. Итак, я пошел в бой, у меня там оставалось буквально там секунд 15-20. Не знаю, успели ли она последнюю атаку провести, посмотрим, что из этого будет. Пока что базы попадаются довольно сильные, и мне пока не везет. Я стараюсь что-то найти, надеюсь, что что-то получится. Лупа крутится довольно-таки долго, это все уже надоедает, но поход я все равно бросать не собираюсь. Напишите в комментариях, сколько у вас кубков и какая у вас сейчас ратуша. Опа-на. Вы видели надпись? Да? Я тоже. Вот. Для начала атаки нужно дождаться окончания перерыва. Все, ребят, теперь меня не пускает дальше в поиск. Я возвращаюсь домой. И все, меня сейчас выкинет из игры. Вот такие вот пироги. Теперь вы знаете про это. И второй лайфхак, который я узнал буквально сегодня, это то, что глава клана может удалять подкреп на КВ у других игроков. Это вообще неожиданно. Сейчас пойдем. То есть, как вы видите, я сейчас удаляю у своих сопернов подкреп на КВ. То есть, если вы такой крыса, но я правда не знаю, зачем это, вы можете удалить подкреп у всех своих заклановцев. Но я удаляю, потому что я сам буду раскидывать войска на КВ. Вот, да и драконы пятые довольно-таки слабые, поэтому я решил удалить. Но об этом я не знал, я случайно наткнулся на игрока. Юнит начал удаляться, что-то мне показалось этим странным. Если вы его не знали, напишите в комментариях, просто интересно почитать, знали ли вы об этом. Я, допустим, об этом вообще не знал. Вот такой получился ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, участвуйте в конкурсе. Ссылка будет на конкурс в описании. Всем до встречи, всем удачи и всем пока.